Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч Иран против сборной США. Обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру, будет интересно потом почитать. Итак, разбираем ситуацию в группе Б и как раз между сборными Ирана и сборной США. Иран после двух туров занимает второе место в группе, у них 3 очка, победа и одно поражение в активе. У сборной США 2 ничейных результата, в сумме 2 очка, и занимают они третье место. Вот если даже в паре Англия-Уэльс, понятно, что Англия там фавориты, у них сейчас 4 очка, и сильно-то там ничего не будет влиять, если только Уэльс не сделает сенсацию, не обыграет сборную Англии, тогда он как только минимум вот именно что сравняется. Но вот здесь вот матч Иран против сборной США, в случае победы, любой из этих команд гарантирует, скорее всего, вот если еще Уэльс не победит сборную Англии, то точно гарантирует выход в плей-офф. Но вот даже ничейный результат устраивает сборную Ирана. Вот после первого тайма у нас счет 1-0 в пользу сборной США. Пулишич забил на 38-й минуте и вывел сборную Соединенных Штатов вперед. Поэтому ситуация нам понятна. Сборной США нужна только победа, а Ирану можно, в принципе, не проиграть. Тогда Иран будет фаворитом на выход из группы. Там очень маленькая вероятность, что сборная Уэльс обыграет все-таки Англию. Но мы видим, что США включается в этот матч. Им нужно отдать все силы в этой игре. И делает счет 2-0. Если я не ошибаюсь, Аронсон забил. И комфортное преимущество в 2 мяча. Но мы видим, как Азмуна дает голевую передачу. И Иран забивает и уменьшает преимущество сборной США до 1 мяча, но этого им не хватило. В итоге сборная США одерживает победу со счетом 2-1. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол это же. До новых встреч, друзья, всем до свидания.